Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про вивчення іноземних мов в час карантину. В нашій студії викладачка французької мови Майя Гарькава. Майя Гарькава – викладачка французької мови, учасниця ініціативи «Молодіжні амбасадори КІДДО». Закінчила філологічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Коуч TV Five Monde для України. Екзаменаторка міжнародних іспитів DELF-DALF. Улюблена страва – суші. Хобі – подорожі. Майя, вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Майя, тож вже скоро, 26 листопада, відзначається Міжнародний день викладача французької мови. Я знаю, що саме це свято було організовано от буквально кілька років тому, у 2019 році вперше. І загалом, як в принципі святкують викладачі французької мови це свято? Да, совершенно верно. Этот праздник отмечают третий год по всему миру. И это, ну, большая честь и сюрприз для всех преподавателей французского языка. Три года назад этот праздник предложил отмечать сам президент Французской Республики, соответственно, Министерство образования Франции и организации, такие как Международная организация франкофонии, Французский институт, Альянс Францесс, в мире поддержали эту инициативу и решили, что это станет хорошей традицией ежегодно. Но немножко вот в том году это было 26 числа, в этом году перенесли на 25-е. То есть это они, я думаю, придерживаются четверг, ага, там выбирают. Якийсь четверг, суббота. Да. То есть в этом году это будет вот четверг 25-го. И в том году, конечно же, мероприятия по всему миру проходили в онлайн-режиме. Но, несмотря на это, программа была достаточно насыщенная и удалось привлечь целый миллион преподавателей французского языка на пяти континентах. То есть для того, чтобы эти преподаватели смогли организовать либо на национальном уровне, на уровне страны какие-то мероприятия, либо же на локальном уровне. Такие преподаватели, которые, ну, они, мы их называем на французском «indépendant», которые независимые, да, которые не работают в какой-то определенной структуре, они также могут заявить о себе и предложить мероприятие в программу, которая вписывается в программу международного празднования этого дня. То есть в цей день викладачі французької мови загалом, мабуть, пропагують вивчення французької, розповідають про себе і роблять такі події для того, щоб, так би мовити, бути видимими, так і більше залучити людей до вивчення мови. Да, совершенно верно. Это цель, да, то есть цель показать, зачем учить французский язык, почему его можно учить, где его можно применять, а также это цель собрать вокруг себя франкофонов, людей, которые интересуются не только языком, но и французской культурой, для того, чтобы пообсуждать, принять участие в каких-то дебатах, мероприятиях, просмотров фильмов, выставки, фестивали. То есть реально программа настолько насыщенная. Вот в том году предлагали для того, чтобы высветить портрет французского преподавателя всем учащим, да, изучающим язык в Украине, предложили выставить фотографию с преподавателем французского языка и описать, почему его преподаватель лучше другого преподавателя, почему он любит... Почему самый с ним... вивчає французький. Да, і таким образом був конкурс, були вибрані победители. Победители наградили там всевозможными книжками, часами, не помню уже, вручали їм, да, различные подарки. І одна із победительниць стала моя студентка.
которая нарисовала, ну, вот знаете, как немного шуточный рисунок меня в виде комиксов. То есть это была такая портрет преподавателя, то есть голова и очень много рук. То есть каждая рука, потому что она пояснила это. Да, и вот каждая рука отвечала то, что там тут я ошибку исправляю, тут правило какое-то объясняю, тут объясняю, что во Франции происходит, какая новость. То есть показать, что преподаватель это многогранная личность. Багатозадачність. Да, и успевает на занятии сделать все, чтобы человеку было весело и комфортно изучать язык. Дуже гарно вона проілюструвала, візуалізувала. Очень там было так прикольно сделано, то есть она это нарисовала и сфотографировала, и посольство Швейцарии наградило ее швейцарскими часами. Дуже гарно, і подарунки гарні, да. І взагалі проєкт такий. А от ви сказали, що 1 мільйон по всьому світі, так би мовити, об'єднались саме викладачі французької мови. Тобто кожен створив саме свою подію на локальну, так? Або в своїй країні, або в своїй місцевості, в регіоні, от якось так, так? Тобто не всі разом, наприклад, в Zoom зустрілися. Ну, да. Я думаю, неможливо було програмно так це зробити. Получається, що... Есть программа, то есть есть сайт определенный, да, вот именно с названием международный, только на французском, да, Международный день преподавателей французского языка. На этот сайт выкладывается, то есть есть программа, и туда размещают информацию о каждом мероприятии. То есть есть мероприятия на уровне страны, которые организованы французским институтом, и подключается Альянс Францез к этим мероприятиям. А также есть мероприятия, которые на локальном уровне. То есть, например, вот я, как преподаватель французского, в этом году мне захотелось организовать разговорный клуб для всех изучающих язык в городе, в нашем, да, городе. В Днепре, так? Да, да. И это будет не онлайн мероприятие, уже хочется немножечко выходить все-таки в офлайн, да, встречаться для обмена информацией. И вот в субботу 27 ноября, если я не ошибаюсь по датам, я буду организовывать разговорный клуб для всех, кто интересуется прийти, поболтать со мной на французском языке. И тема это будет, так как глобальная тема Всемирного дня, это, понятное дело, ковид, и что же будет после ковида, какое будущее преподавания и преподавателей французского языка после ковида. И поэтому очень много дебатов, разговоров идут на эту тему, как бы как красная нить мероприятия. Ну, я решила тоже уже поддержать эту тему. Загальную нитку. Да, такую, да. И мы поговорим с ребятами, которые захотят прийти на разговорный клуб, как они вообще воспринимают обучение онлайн, какие преимущества, что им не нравится, что нравится, чему научились. То есть это им позволит рассказать о своем опыте, рассказать это на французском языке, увидеть других ребят, которые также изучают где-то французский не со мной и с другими преподавателями. То есть это классно. Такой момент для обмена опытом, показать вот свою, да, повседневную жизнь изучения иностранного языка и поговорить на французском. Тобто такий спікінг-клуб, так, да. Розмовний клуб, до якого ви залучаєте, я так розумію, не лише вчителів французькою, да, а і студентів, студентів також. Тобто таку спільноту створити, там, де будете спілкуватись, обмінюватись власним досвідом. Так? От ми вже зазначили так кілька питань, про які будемо говорити, але одразу от запитаю, чи є взагалі міжнародний день, можливо, ви знаєте, викладачів не тільки французької мови, наприклад, англійської мови, або взагалі викладачів іноземних мов. У меня спрашивали, мне задавали этот вопрос, но на моей памяти такого нет. Я знаю, что есть просто день учителя, да, как таковой. Так, всем ведомый, да, но вот день преподавателя французского, мне кажется, нас выделили из других иностранных языков. И это классная мотивация, стимул для того, чтобы и другие преподаватели также активно могли вот рассказывать о своем языке и гореть не только языком, а и культура. Я всегда говорю, я просто еще обучаю преподавателей по всей Украине, преподавателей французского языка, поэтому каждый раз на своих семинарах я говорю, что преподаватель иностранного языка не может преподавать просто язык.
То есть это невозможно. Язык идет вместе с культурой. То есть если ты преподаватель иностранного, то ты обязан показывать какие-то культурологические особенности той страны, язык которой ты преподаешь. Почему? Потому что только так можно почувствовать настоящий живой язык. Потому что в книгах язык, вы сами, наверное, знаете, он один, а когда ты приезжаешь в страну и начинаешь общаться с людьми, тут уже чувствуется разница. Поэтому ну, какие-то вот хотя бы минимальные вот эти культурные штуки нужно объяснять на своих занятиях. Тобто, в принципі, добре, коли вчитель саме цієї іноземної мови захоплюється і взагалі країною, так, культурою її, і ось, власне, про неї розповідає. І як ви кажете, що навіть добре, коли вчитель французької мови, наприклад, був у Франції і взагалі спілкувався там, от, дійсно, тією французькою, на якою розмовляють мешканці саме цієї країни. І ось це великий плюс, мабуть, цього вчителя, так? Да, для мене це безумно важливо в виборі преподавателя іноземного язика. Я сама вчила, понятне діло, англійський язик, немножко вчила німецький. Поэтому, ну, я считаю, что в нашем современном мире, ладно, это когда раньше, да, невозможно было путешествовать, это было сложно, да, мы учили там по каким-то кассетам, видео. Сейчас мир открыт, и мы можем путешествовать, мы можем учиться другой культуре, и поэтому, ну, для студентов преподаватель является проводником в мир культуры, вот, например, я в мир культуры Франции, потому что я очень много своим студентам рассказываю о Франции, я обожаю эту страну с самого детства, я много раз была во Франции, мне повезло еще в 13 лет побывать первый раз там, я жила в семье, ездила по обмену, до сих пор дружу с этой семьей, вот недавно ездила на свадьбу к французской сестре, и поэтому... Так сдружилась тоді, що зараз також підтримуєте. Да, да, вот уже сколько лет, мне было 13, сейчас, слава богу, уже 29, и до сих пор дружим. Ну, действительно, мы стали вот как франкоязычная семья, и поэтому, ну, я очень активно веду свои соцсети, и я стараюсь много рассказывать о Франции, о каких-то особенностях, обычаях, а также о разговорных фразочках и словах. То есть для меня это важно, чтобы мои студенты говорили не просто на языке книг, а чтобы они были, так скажем, в теме французского языка, и особенно в современной теме. В звичайном побуті. Потрапивши, наприклад, все ж таки у Францію, так? Да. То все ж вони спілкувалися без проблем. Безусловно, тому що, ну, не интересно просто учить язык и не знать особенности. То есть есть масса, французский славится тем, что у него масса разговорных выражений. То есть, знаете, стали выразы на украинской мове. Вот так вот у них очень много игры слов, и это нужно понимать, иметь желание это учить и хотеть это выучить. Вот вы сегодня, до речи, зазначили, что вы на своих власних семінарах розповідаєте, чому саме варто вивчати французьку. От, напевно, є якісь такі лайфхаки, акценти, так, от, що саме розповідаєте своїм студентам, от, як їх захоплюєте все ж таки вивчити цю мову? Да. Во-первых, знаете, часто мені говорять, да зачем нужен этот французский язык, надо учить английский. Я повторяю и студентам, и преподавателям, которых я обучаю, английский – это уже как база. То есть английский должны знать все. А французский – это уже какая-то изюминка. То есть если человек, например, я не знаю, инженер или строитель, подает свое резюме на определенную вакансию. И в резюме зазначено, что он знает и английский язык, и французский. А другой человек просто знает, например, английский. Понятное дело, если это франкоязычная компания, есть интерес к сотрудничеству с Францией, франкоязычными странами, выберут того человека, который говорит по-французски также. То есть я считаю, что если студент в профессиональном смысле хочет отличаться от других кандидатов на рынке труда, он, ну, было бы хорошо, если бы человек учил французский язык. А, до речі, якщо дивитися на такий рейтинг мов, так, в усьому світі розповсюдження, от, на якому місці саме французька мова?
Есть статистика по изучению французского языка и по тому, сколько носителей существует вообще по миру. То есть, если мы говорим о том, сколько людей говорит на французском, то это французский занимает третье место. Примерно, сейчас в цифрах не скажу, но третье место. То есть, по-моему, 274 миллиона людей говорит на французском языке. А по изучению это в каждой стране по-разному. У нас в Украине то второе место, то третье, и показатели растут. На 7% за последние 4 года вырос показатель школьников, которые выбирают французский язык как второй иностранный. Зрозуміло. Майя, а скажіть, взагалом, от ваші студенти, все ж таки, це школярі або це люди більш дорослого віку? Хто, кого навчаєте? Я обучаю последние, наверное, лет 8 больше людей взрослого возраста. То есть это студенты, у меня есть подростки, также, ну, а в основном это студенты, преподаватели медицинской академии, которые потом преподают свои предметы на французском языке. Ну, в общем, от подростков до самому старшему моему студенту, по-моему, 72 года. Чудово. Вот. К сожалению, не преподаю детям, хотя, ну, я обожаю детей и начинала свою карьеру с работы с детьми, но я считаю, что дети должны учить в группах и должны, ну, там другие нюансы преподавания. Это такой не очень простой процесс, и я уже поняла, что я этим не занимаюсь. То есть мне очень хочется иметь результат. Для меня главное эффективность. То есть с каждым студентом у меня индивидуальный подход, и я борюсь за то, чтобы у нас была результативность. Если нет результата, мне становится неинтересно. Понятное дело, ну, то есть учить язык просто так, ходить на занятия, чтобы ничего не добиться, это не в моем стиле. Сенсу немає, дійсно. Да, все мои студенты самые лучшие, самые мотивированные, у них всегда все получается. Понятное дело, у кого-то быстрее, у кого-то сложнее, но все-таки мы доходим к успеху. Майя, а скажіть, будь ласка, от загалом, коли почався в нас карантин, пов'язаний з пандемією коронавіруса, ви в більшій частині от своїх занять перейшли все ж таки в онлайн? Да, я перейшла, я, наверное, как и все преподаватели, перешли в онлайн, и я с него так и не вышла. Вот буквально 3 недели назад я отказалась от своего офиса, и теперь преподаю только онлайн. Поначалу я, конечно, была очень расстроена и не могла понять, как с этим жить и что делать. Процесс такой перелаштування відбувався, так? Да, то есть у меня до этого были онлайн-уроки, но очень мало. То есть вся моя деятельность, это была в рамках все-таки класса, да, либо в моем личном офисе, либо в медакадемии, но все же, так как я человек активный, мне прям вот нравилось быть около доски, писать, общаться, ходить по рядам, смотреть, как выполняется задание, и тут нужно переходить в онлайн. Во-первых, непривычно, что ты просто сидишь перед экраном очень много времени, начала болеть спина первый раз в жизни, вообще почувствовала, что это, но я могу сказать, почему я осталась в онлайне. Преимущество, что в принципе при желании ты можешь задействовать все свои навыки вот информационных технологий в онлайне. То есть очень удобно, есть масса приложений для того, чтобы урок был интерактивный, можно показывать видео, слушать музыку. То есть студент в плане компетенции не теряет ничего. Даже наоборот, иной раз он более сосредоточенный, потому что у него есть экран, он, ну, сосредоточен, да, там не отвлекается на другого студента, с кем-то поговорить. И география моих студентов очень выросла. То есть если раньше я преподавала только студентам, которые живут в городе, в моем городе, да, и некоторые студенты у меня были из Киева, то сейчас у меня есть ребята, украинцы, которые живут в Женеве, в Люксембурге, в Польше, один из мальчиков живет в Зимбабве, где еще?
Ну, а, и, конечно же, во Франции. По всей Украине. Ну да, по всему миру. То есть, если раньше я об этом даже и думать, и мечтать не могла, да, чтобы вот так вот легко было. Сейчас ты, как бы, ты преподаватель, будучи в Украине, ты преподаешь везде. То есть, надо просто хороший интернет, не забывать, что есть разница во времени. Ну, и еще второй такой момент. Мне это позволяет быть более мобильной, так как я обожаю путешествовать. Вот, например, сентябрь месяц я провела полностью в Ницце, и при этом не потерявши свою, ну, как сказать, профессиональную деятельность. Все ж таки продовжували навчати своїх... Да. Своих студентов, mm-hmm. и так как у нас разница со временем, мне приходилось просыпаться пораньше, да, потому что если тут 9 часов, во Франции это 8, но зато мой день рабочий был короче, и мне это позволяло вечером идти спокойно прогуливаться и открывать для себя прекрасный регион Лазурного побережья. Ви вже зазначали такі лайфхаки викладання в онлайні. Можливо, ще щось додасти, або так перелік того, не бояться і не ставити собі блоки. Дуже багато ми пройшли через це, і студенти, і преподаватели в самому початку боялись, не розуміли, як це. Тобто, для чому-то є вот таке поняття, що онлайн не так ефективен, як офлайн. Я с этим полностью не согласна, потому что, в принципе, ну, все то же самое. То есть главное, чтобы был интернет хороший и желание преподавателя и студента учиться и обучаться. Есть много приложений, да, которые позволяют нам... Ну, вот я работаю с сайтом, который называется TV Seng Mond, так как я являюсь коучем TV Seng для преподавателей Украины. То есть там можно смотреть онлайн видео обучающие от уровня начинающего до самого высокого и делать параллельно упражнения. То есть упражнения интегрированы в сайт, там ответы, то есть студент может изучать даже самостоятельно это, потому что есть ответы, он mm-hmm. может видеть свою прогрессию. Такой сайт классный. Потом есть еще сайт RFI, это вот как французский новостной канал, радио. Там можно слушать репортажи, делать упражнения на лексику, грамматику. Що ще? Тобто, головне вивчати і навчатися і самому викладачу, так? Да, вот студенту. Да, ми тепер, ну, как бы, многие преподаватели, и вот буквально я на прошлой неделе обучала преподавателя французского языка, то есть она у неё есть опыт преподавания, но не было опыта преподавания онлайн. Угу. И человек просто вот замкнулся и говорит: "Ну не могу я перейти в онлайн, не знаю как, научи меня". Я показала, да, какие есть лайфхаки, какие есть приложения, что можно спокойно поделиться своим экраном, открыть учебник на экране, чтобы студенту было комфортно. Есть всякие приложения, как вот, знаете, белая доска. Как в классе мы пишем маркером, так уже можно писать по экрану. Причем очень хорошо, что эти уроки можно записать, даже вот целое видео. И студент может просмотреть в любое... Потом отправить своему студенту, чтобы он еще... потрібно повторив. В любое вообще свободное время может посмотреть, что-то для себя вынести, там, записать конспект. Поэтому, ну, а еще очень важно, что сейчас с этим онлайн-обучением студент может изучать французский где угодно. У меня есть одна студентка, она меня всегда удивляет, только включается камера, я думаю, так, интересно, mm-hmm. где она сегодня будет учить французский? Ну, например, в машине, это уже стандартная практика, потому что она тоже очень занята и там не успевает куда-то доехать или еще что-то. Включает ноутбук, сидит себе тихонечко и изучает французский со мной. Чудово. То ви, до речі, надали зараз лайфхаки такі для викладачів, а можливо є щось, якісь саме поради для вивчення французької для студентів. Саме для студентів. Я сравниваю изучение иностранного языка с практикой спорта. Если не практикуешься, если не занимаешься спортом, ну, к примеру, регулярно не занимаешься, нет результата. Так и в изучении иностранных. Нужно делать что-нибудь. Что-нибудь, это имеется в виду смотреть какое-то видео, слушать музыку, читать статью хотя бы минут 15-20 в день, для того, чтобы был результат. Не стоит думать, что если вы ходите на занятия и занимаетесь с преподавателем два раза в неделю, все, вы выучили язык. Нет.
ваша работа, работа студента – это очень важная работа. Для меня главное – найти поле интересов студента. Если я понимаю, что студент интересуется какими-то социальными темами, либо там политика, либо кто-то гастрономия и рецептами, я буду ему предлагать задания по грамматике и лексике, но вокруг этой темы. Для того, чтобы его заинтересовать, то есть тема, которая его интересует по жизни, да, в его профессиональной деятельности, в его повседневной деятельности, она будет лучше ложиться на иностранном языке, чем я буду просто с ним учить, там, я не знаю, какие-то отдаленные темы, там, одежду или еще что-то, вот человеку, которому это совершенно не надо, хотя одежда, да, это что-то повседневное. Во-вторых, то есть выбираем темы по интересам. Угу. Учим слова в не только, не просто слова, там, отдельные слова, а выучили 10 слов, стараемся с ними сделать маленькие уже выражения, а потом это как снежный ком превратится в большую длинную фразу. Что еще могу посоветовать? Окружать себя французским языком, вообще иностранным mm-hmm. языком, потому что мы живем в стране, где мы не слышим иностранные. Мы как маленькие дети, которые начинают говорить. И если мы сами себе не будем создавать иностранную среду, вот франкоязычную, да, в моем случае, нам будет очень сложно уловить какие-то нюансы языка. Тобто слухати французьку музику, там, в даному випадку радіо, франкомовне смотреть новости на французском языке. Да. До речі, чи допомагає в вивченні французької мови знання іншої іноземної мови? Очень помогают, особенно если люди хорошо знают английский язык, им с грамматикой проще, они уже умеют проводить параллели, и грамматика, потому что во французском языке она очень сложная, но логичная, это как математика, если ты выучил формулу, все, вот так оно и будет. Конечно же, студенты, которые владеют испанским языком или итальянским, там вообще супер, у меня вот 3 студента говорят на испанском языке. Конечно же, так как это романская группа, им легко, но и сложно, потому что начинают путать слова и вот вставляют испанские слова, я их понимаю, я могу кивнуть головой, потом проходит пару минут, я говорю, стоп. Говорю, это же было на испанском. Говорю, нет. Ну, из-за того, что слова настолько похожи, но иногда имеют другое значение. В этом есть сложности. Но вообще, конечно, чем больше языков ты знаешь, тем тебе уже легче дается последующий язык. Дякую, Майя, за такі поради гарні. І, до речі, давайте, в нас вже буквально пару хвилин залишилось, давайте ще нагадаємо, де відбудеться до Міжнародного дня викладача французької мови подія, на яку ви запрошуєте викладачів і тих, хто навчається, є студентами і вивчає французьку мову. Що стосовно подій, яку ви влаштовуєте? Ну, то, что я организовываю, это будет в субботу, 27 ноября, 18:00, в кафе Blueberry, если я не ошибаюсь, то это прям вот кафе, когда вы входите в парк Глобы напротив Сельпо. А присоединиться всех желающих к событиям, которые проводятся по всему миру, можно, зайдя на сайт Journée internationale des professeurs de français, и там увидеть программу, и в многих мероприятиях можно поучаствовать онлайн, не только которые проводятся для Украины. То есть всемирная Чудово. Программа доступна Посилання всем. Посилання ви нам скинете, і ми зазначимо його в описі до цієї Отлично. Програми. Да. Дякую вам, Майя, що ви сьогодні прийшли, розповіли багато цікавого взагалі про викладання французької мови. Спасибо і вам, і до нових зустріч. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!